Ребята! Слышите, ребят? У нас новенький Вистарт. Не, вы не поняли, он душка. Если что, у него ствол только в штанах. И правда. Привет. Ага. Такая пышная борода. Она не настоящая. Скажи-ка, что у тебя с голосом? Голос как голос. Холит доебался. У него просто не прорезался еще. Не прорезался? Но мне 24. Давайте успокоимся и начнем все сначала, да? До апокалипсиса я работал в секс-шопе. То есть грузчиком в секс-шопе. Деревянные члены там грузил. Себе ничего не собирал. Ну, может, пару штук, но... Для общего развития. Я, кстати, недалеко здесь живу. Хочу показать вам свой дом. Какой у тебя взгляд? То есть, грозный такой, прям... Страшно, чуть не обосрался. Мужики, может, по пивку, а ну... Тяжелый рюкзак, наверное, да? Только не смотри, там нету членов. Лучше не надо. Не смотри. Просто поверь на слово, там ничего такого. А если есть что-то такое, то это подкинули. Это не мой, честно, это мой парень. То есть друг я подкинул. Честное слово. Он такой шалун. Это, то есть проныра. Это он что, мне сказал? А, смотрите фотографии. Ну там я снимал мост. Мы там были с моим другом. Обнимались. Мы не геи. Очком клянусь. А знаете, я вообще не понимаю, что вы меня подозреваете? Ну да, люблю я долбиться в сраку. И что в этом плохого? 2020 год. Где толерантность? Зомби-апокалипсис. Вообще никакого уважения геям. Убивают нас в России. Каждый день. Знаете что? Вам должно быть стыдно. Стыдно за вашу сексуальность. Все такие крутые мужики. С какими-то бабами водятся. Лучше влагалище только очко товарищ. Задумайтесь. Вместе мы сильнее. Мы мужики, ребята. Фух, что-то жарковато стало. Наверное, разденусь. Хотите увидеть мой классный... Хороший удар, 10 из 10. Моего отца однажды выебал гей.